Добрый день. Я из Республики Узбекистан, города Намангана. Я болельщик клуба «Наубахор» города Намангана, который выступает в Суперлиге чемпионата Узбекистана. А зовут вас? Зовут меня Фазлиддин. Сейчас я вот уже здесь день 20 гуляю по России. Я был в Москве, в открытии Лужников, в Санкт-Петербурге был, а сейчас вот в Калининграде. Хочу сегодня посетить матч Бельгия-Англия. За кого болеете? За Бельгию? Я за Россию болею вообще. Но сегодня пусть выиграет, кто сильнее. Ну а кто сильнее, как вы думаете? По-моему, бельгийцы сильнее. Да? Они больше нравятся, англичане не очень, да? Нет, по игре считаю, что они немножко сильнее, но англичане тоже не робкие ребята, они не будут там сдаваться. А вообще в Калининграде впервые вы? Да, я первый раз в Калининграде. Как? Но мне понравилось, нормально. Все там, люди гостеприимные, все. Ну, концентрация фанатов-то иногда больше, чем в Москве, вот смотрите. Вот. Да знаете, в Москве, в Воробьевом горе был такой народ, ага, со всего конца мира. А вот в Санкт-Петербурге тоже в фан-зоне такие вот со всех государств приехали. А здесь, ну, чуть-чуть мало людей. Я в основном вижу болельщиков побольше бельгийцев, здесь мало английцев. А где девушек красивых больше, в Москве, в Питере или здесь? Вообще-то в Узбекистане, но по России считать... Это и в городе Москве, и в Санкт-Петербурге красиво. А вот что меня сейчас смущает здесь, в Калининграде, как приехал, каждый день дождь, вот такой погода. Но сейчас отлично. А у нас сейчас жара 40-градусная. Ну, спасибо за гостеприимство, я очень рад. Вы в любом случае привезли и солнечную погоду, вот ребята загорают, вот сидят. Да. Вообще английских фанатов тут побольше, чем на прошлых матчах. Мы вот были в Волгограде, там их практически не было, там 3000 приехали. Да знаете, были до начала чемпионата разные агитации, вот они неправильно поняли. А вот мы знаем, что Россия самая гостеприимная, здесь люди очень доброжелательные, хорошие. Поэтому не надо бояться. Конечно. На этом празднике футбола, к сожалению, не хватает только сборной Узбекистана. Да, да, вот. Да. К сожалению, чуть-чуть не хватало. Но я надеюсь, на следующем Катаре мы обязательно будем там участвовать. Конечно. Азиатский чемпионат, как конечно, без вот Узбекистана. Постараемся. И вот я желаю своих ребят, футболистам, успехов в дальнейшем. Испанию-то обыграют наши? Россия? Россия, да. Основное время ничего будет, а остальное посмотрим. А это вот футбол как клуба «Наубахор». Да, это клуба «Наубахор». Где наш герой работает диктором сколько уже? А я уже 10 лет работаю там в клубе. Но знаете, вот эта футболка с брендом «Наубахора». Наш президент Шавкат Мирамонович 22 тысячи болельщикам бесплатно подарил этот такой футбол. Молодец, молодец. Вот и мы носим гордость эту футболку. Нет, ну здорово, вашему клубу удачи. Все. Спасибо. Спасибо.